Всем приветик! И сегодня я вам покажу мои покупочки и еще заказы из России. Кстати, забыла представиться. Сегодня с вами опять Настя Ли. Еще у меня был запрос одной девочки ВКонтакте. Мои духи. То есть показать все мои духи. Но это я сделаю в следующем видео. Видео сниму либо завтра, либо сегодня. Так что ждите. Итак, сегодня я вам покажу покупочки, как я уже сказала, и заказик. В общем, надеюсь, вы меня видите, просто камера как-то стала странной, я еще не ставила так ни разу. В общем, начнем. Первый заказ, который я сделала, это из Avon, из каталога Avon. Это крем для рук, очень нежный, мне очень нравится, я его все время заказываю. Дальше. Далее у нас Rexona, дезодорант от Rexona. Просто я дезодоранты в Америке не хочу покупать, вдруг плохие или что-то. Заказываю уж, который брала. Вот, он из России. Дальше, у нас в России есть такой магазин, вот, в моем городе, Retail Park, и там фирма каждый день. Есть такие дешевые крема, дешевые, но они, блин, вот, реально качественные. Вот, вообще супер крема, увлажняют так. Крем для лица я заказала, ромашковый, 50 мл. Крем косметический для лица, ромашковый, вот. Вот такая вот и фирма, каждый день здесь видите. Дальше то, что я заказала, это замечательное мыло. Нет, ну серьезно, такое, детское. Крем-мыло, детское с чистым телом, Сонечку, вот. А сзади написано по-украински. Крем-мыло дитяче за чисто телом, Сонечку. Вот, по-украински написано, как вы видите. По-русски. И, в общем, он такой прикольный, поэтому я его сказала. А сзади вот так вот. В общем, обычное мыло, но с рисуночком. Обожаю такое мыло, не знаю почему, как уже не маленькое, но просто нравится. Такое мыло заказала. Это, точнее, я его не заказывала, мама сама мне купила. Это... Я название не могу прочитать, вот я дебилка, да? Ну, в общем, сами прочитайте. Не привыкла такие буквы читать. У меня уже все там перемешалось. Вот. Seven de Marcel. Это ромашка и мед. Мед я не очень люблю. И никогда его не ела. Точнее, ела один раз, но мне не понравилось. Я его больше никогда не ем. Вот, но... Пахнет довольно вкусно. Банное мыло. Это ромашка. Там на мыле даже написано, вот если вы видите через этикетку. В общем, вот такое вот мыло. Так, также я заказала ожерелье вот этой вот фирмы. Я не знаю, что это за фирма. Просто сказала, куплю мне какое-нибудь такое красивенькое ожерелье. И она мне купила красивое ожерелье. В общем... Фирма, я не знаю, что это такая. Вот здесь тоже такой утёк. Вот оно такое вот. О, обожаю теперь его. Такой классный, я его буду носить. Дальше то, что я заказала в России, это вот. Если честно, я забыла, как это называется. Серьезно, но это что-то типа крема, но я не помню. Простите меня, конечно, но я реально не помню. Я мажу им локти. И вообще, то, что у меня засыхает, в основном, было, да, локти. Они у меня сохнут постоянно, постоянно сохнут, еще раз сохнут. Я их не обычным кремом мажу, а вот таким. Знаете, чем пахнет? Карамельком. Я им уже пользовалась так, раз пять. Вот. Не могу, такой запах клёвый. Я бы его съела, но серьезно такой. В общем, вот. Это все, что я заказала в России. Да, все. А теперь то, что я купила. Купила вот такой зонтик. Вот такой зонтик. Я на самом деле люблю синий цвет. Он такой синий, фиолетовый, черный даже иногда бывает. Ну, в общем, вот, я его заказала. Вот такой вот зонт. И, в общем, вот. Он везде такой. Следующее, то, что я купила, это не я.
Серьезно. Следующее то, что я купила, это ободок. Мне он просто так понравился. Черный. Мне нравится черный цвет, на самом деле, но он какой-то нейтральный более, но все равно мне понравился. Вот такой вот ободочек. Вот. Я его купила. Дальше у меня идет духи от Lacoste. Они полностью, то есть все полностью написано по-английски, если вы не верите, что я их купила. Вот, смотрите. Все написано по-инглишу. 80 миллилитров. Сейчас вам их открою. Они сложно открываются. Я ими уже пользовалась. Вот видите. На самом деле очень вкусно пахнут. Знаете, вот, даже не знаю, чем сказать, но сладкий запах. И здесь такой какой-то крокодильчик. В общем, вот. Помните, в прошлом видео я вам показывала свои духи Love Me Sweet. И они мне стоят на полочке. Я ими всего лишь пользовалась 2 раза. Они еще не кончились. В общем, вот. Хотя я их купила 2 недели назад. Как они кончатся за 2 недели? Вот. А, блин, я забыла вам показать то, что я заказала в России. Вот то, что я заказала в России. Такое зеркальце. Точнее, не заказала, а мне брат меня ездил в Россию в Кабардинку. У него там подруга, и он ей типа привез такое зеркальце. Тут написано «красота». Здесь одно увеличивает, другое нет. Вот. Вот это увеличивает, а это нет. В общем, еще. Это тоже из России. Такие босоножки, сзади замочек. Вот такие вот. Я их уже носила пару раз, поэтому носы уже стерлись. В общем, из центра. Не спрашивайте, какой у меня размер большой, но не 40-й, сразу говорю. В общем, и вот второй такой же. Из центра обувь. Вот, а также я купила себе очки. Вот такие. Я люблю, на самом деле, большие очки. Они мне, кстати, идут. Ну, я их сейчас не буду одевать, но... В общем, вот. Они не больше идут с распущенными волосами. Сейчас как-то с хвостиком. В общем, как-то странно. И это были все мои покупочки и заказы. И всем спасибо за внимание. Всем пока-пока!